Дни Украины в Лондоне в самом разгаре. Сегодня второй и очень насыщенный. Мероприятия проходят сразу в нескольких местах, и большинство в этот момент только начинаются. На прямой связи из Лондона Оксана Кундеренко. Оксана, здравствуйте. Чем сегодня будут наши удивлять британцев? Здравствуй, Кристина. Можно, конечно, смело сказать, что сегодняшний вечер в Лондоне, его культурная и светская жизнь пройдет под знаком Украины. В эти минуты в лондонской библиотеке начинается литературный вечер от Шевченко до Забушка. Это чтение современной поэзии, классиков, литературной дискуссии. Ну а я сейчас нахожусь возле знаменитой Saatchi Gallery. Здесь сегодня открывается выставка украинских художников. И нам удалось подглядеть, как готовятся. В залах современное искусство. Больше десятка авторов. Это, собственно, художники, скульпторы, мастера инсталляций. Стоит сказать, что современный украинский арт очень востребован. И благодаря Дням Украины о наших талантах заговорят и в Великобритании. Честно говоря, фантастика. Года 3-4 назад об этом мечтать нельзя было. То, что мы в Saatchi, и, конечно, то, что украинское искусство поддерживает украинский коллекционер, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Ну а следом за арт-выставкой публику ожидает показ мод украинских дизайнеров. Мне удалось побывать на бэкстейже. И там наши талантливые девушки готовят потрясающие красоты наряды. Это последние коллекции, то есть лето 2014. Я бы и сама не прочь примерить платье от Пустовит, Бевзы, Литковской или Каменской Кононовой. Все эти бренды успешно продаются, и за границей в том числе. Ну а лондонские светские дамы смогут их по достоинству оценить и приобрести. Я считаю, что они молодцы, бизнесмены, и то, что у нас есть такая возможность с помощью их, да, сделать показ в Лондоне. Я думаю, что мы бы еще долго бы к этому шли. Уже не терпится увидеть, собственно, само дефиле. Знаешь, Кристина, таким модницам, как мы с тобой, должно быть невероятно интересно. Согласна, Оксана, и Лондон, и британцы убедятся, что наша страна – это не только вышиванки. Спасибо, Оксана. Это была Оксана Кундеренко на прямой связи из Лондона на днях Украины, организованной фондом «Фирташ Фондейшн».